Эти новые видения тревожат меня. Одина вижу лишь я. Или в грезах о Свартальфахейме кроется что-то еще. Всегда. У тебя... Есть одна раб... Твоя... Торопить не буду! Что... Эти новые видения тревожат меня. Одина вижу лишь я. Или в грезах о Свартальфахейме кроется что-то еще. Пожалуй, стоит погреться у костра, немного прийти в себя и поразмыслить. А, это ты, живака?
нужно быть осторожнее. Тебе здесь не рады. Ты готов отправляться? Значит, идем. Я найду Гвильяма и верну себе доброе имя. Этот лес кажется диким, как и весь Глостершир. Я будто проехал верхом через врата в совершенно другой мир. Да, здесь живо старое колдовство, которые хотят искоренить Теодор и его церковь. Теодор хотел перемен. Думаешь, поэтому его похитили? Здесь многие хотели бы занять место Элдермена. Это мог сделать любой из них. Но боги же посылают тебе знамения. Ты ничего не видела? Только дым. Здесь нет других данов, которые могли бы быть в этом замешаны? Тогда бы мы уже давно услышали рев их рогов. Наш народ не слишком скромен. Языки остры, как топоры. Кит Ладран, тайник воров. Здесь я тебя оставлю. Ты будешь в безопасности? Неподалеку есть святилище. Если понадоблюсь, ищи меня там. Да хранят тебя боги.
посоветовал дочерей Нивы. Они умеют исцелять. Должно быть откуда. Спасибо. Ты сильно мне помог. Голос Теодора. Он жив. Смотри, Сюнина. Пора бежать!
Стороны. Лети, Сюнин.
Да уж, он нет. Эйвор, так ты жив? Пощади! Мне приказали! Элдермен Киннон! Он заплатил нам за убийство Теодора! Верните ему серебро, наемнички. Убить и то не смогли. Зря ты решил свалить все на меня, Гвиллем. А мы подумали, оставим парня в живых. Тогда Киннон заплатит еще больше за тайну. Кажется, ты лжешь, чтобы спасти свою шкуру. Нет, я просто по шею в дерьме. Но прошу, поверь мне, я не лгу. Убеждай своего бога. Слушай, мы не убили бы парня, даже прикипели к нему. Подтверди, мы тебя берегли. Это все Киннон? Зачем? Я же... А, боги, он умер! Эй, ты, просыпайся! Скажи Дану, что я сам кормил тебя с рук! Прочь, дурак! Слушай, Эйвор, мы ведь друзья. Пили вместе, да? А помнишь цыплят? Еще слово, отрежу язык. Теодору нужен целитель. Его лечили припарками с навозом. Но те, кто похитил меня в прошлый раз, и того бы не сделали. Спасибо за помощь. Смотри, не попадись в третий раз, когда сбежишь. Тебе спасибо. У тебя доброе сердце. Спасибо. Когда очнулся в их логове, думал, что мне пожалуйста, конец. Пожалуйста, помогите! Ехать долго. Киннон приказал убить меня? Ничего не понимаю. Эй, он ведь Танос! Был мне как отец. Я спрошу его сам. Я не слушал, когда он говорил, что язычники не хуже нас. Что жить мирно спасибо. Можно и с несколькими богами. Один лик или много, это не важно. Нам всем повезло жить в лучах его славы. Сменил мнение, Теодор? Сменил. И повязку тоже надо сменить. Его лихорадит, он впадает в беспамятство, но еще жив. Неужто гниль попала в кровь? Жаль, очень жаль. Его похитили те люди? Они говорят, что их нанял Киннон. Так это Киннон? Не знаю почему, но он заплатил за убийство Теодора. Сама видишь, как они справились. Киннон с мальчиком были схожи. Истовые христиане, что спорили со мной о природе жизни, но он стал мягче. Люди часто творят зло ради власти и чтобы выжить. Может, он хочет предать огню Теодора? Разве в жертву приносят не вождя? Если назвать мальчика элдерменом посмертно, обычай не будет нарушен. Значит, нужно остановить Киннона. Ты залечишь раны Теодора? Я неплохая целительница, но если боги ждут его, мне не помешать им. Эйвор, что ты сделаешь с Киноном? Я раскрою его обман. Пусть народ решит, достоин ли он славной смерти. Ты пощадишь того, кто очернил твое имя? Отвечу ему тем же. Пусть на мерзавца плюнет даже его бог. Твоя решимость крепка. Тогда скачи, как Рианон. Спасибо, Модрен. Присмотри за Теодором. Нужно отыскать Киннона до конца праздника.
нужно найти Кинана, прежде чем меня заметят. Начну с длинного дома. Если дурной человек принесет хлеб, дашь ли ты его детям? К чему выбрасывать добрую пищу? Пусть лучше дети будут голодать. Дар змеи всегда окажется ядовит. Зло не умаляет сладости. Пусть от нее и останется лишь привкус. Здесь его нет. Может, кто-то его видел? А, Бригитта. Прочищу уши. Возможно, смогу разобрать хоть одно ее слово. Эйвор! Finally, Тири Дехуалид! Бригитта, я рад тебя видеть. Эйвор! What has become of Tevder? Did you faint your scarf? Спасибо. Бригитта! Я нашла брошенное гнездо в стропилах. Принесу его домой, матушке. If you got it, then the Babbins will do it all, lay it good. А, это ты! Убийца в Самайн! Убийца в Самайн? Неважно. Гвенет. Я ищу Кинана. Ты его видела? Он занят праздником и прогнал меня к Бригитте. Хочешь посмотреть, какие чары я теперь знаю? Если я соглашусь, покажешь, где Кинан? Одно заклинание, и все покажу. Так, засунь руку в мешочек. И сейчас у тебя в руке три камушка. Это поразительно, но нам очень нужно найти Кинана. Тахлятаем, сэр! Идем! Найдем его скорей! Вон там церковница. Праздник им не нравится.
Мама говорит, что они приходят покудахтать. Показать еще чары? Могу достать желудь у тебя из уха. Мне нужно найти Кинана. Это важно. Как скажешь, убийца. Я Эйвор. Расскажи мне о себе, Гвинет. Ты не похожа на других девочек. Мама говорит, что второй такой нет и не будет. От зари мира и до конца всех скорбей. Ты гуляешь совсем одна? И мать тебя отпускает? В праздник она благословляет стариков и камни. Скукота. А твой отец, Гвинет, где он? Об этом не принято говорить. Но я родилась от союза матери с рогатым королем лесов, Кернуном. Вы с Бригиттой близки? Она мне как старшая сестра. Но мы вряд ли вновь увидимся, когда она уйдет с тобой и Гуннером. Чем ты занимаешься, Гвинет? Собираю мертвое для маминых обрядов. Приношу ей всякое. Птиц, мышей, жуков. Еще танцую и говорю с кошками. Нужно найти Кинана. Лидур Тевтер и Говлим. Ма приоты спи, Дипендор Рахиб. Ищу достойного противника. Зачем той женщине маска в полоску? Маска барсучихи. Их носят дамы, что тут заправляют. Знаешь, где Элдермен Кинан? О, твой ужасный лик напугал меня. Солнце зашло, и Кинан отправился молиться в церковь. Мне нужно с ним поговорить. Неважно, о чем ты хочешь с ним поговорить. Все это подождет до утра. Он заперся, и ключ лишь у Гевы. А Гева пустит меня? Ей приказали не пускать никого. Но вряд ли она даже с этим справится. Гева из тех, кто и свою голову позабудет. Спасибо за помощь. Поговорю с Кинаном завтра. Так, говорят, ключ у какой-то Гевы. Нужно ее найти. Ты видел Кинана? Эй, это Мари Луит. Устроим флютинг, Мари Луит. Самайна ночь, всяк запеть не прочь. А хочь да драк, напортачил. Вот один простак воет во всю мочь. Ты победил меня без труда. И достоин своей награды. Спасибо. Наслаждайся праздником. Должен быть в плетеном человеке. Мне нужно найти Элдермена Глостера. Тот, что еще жив, сейчас в церкви. Как туда попасть? Никак, тебя не пустят. Да и что делать в этом сыром склепе? Я вспомню туда дорогу, разве что если здорово напьюсь. Похоже, добрый эль разговорит его.
Скажи, чем же тебе насолила церковь? Не здание, и уж точно не Господь Бог, а сам этот город. Мерзкие детишки разбивают мои дары Господу. Ты о чем? О витражах. Ты ведь понимаешь, сколько труда нужно, чтобы создать образ мученика в стекле? Ты про картины из стекла? Они хрупкие. Да, очень. Несколько месяцев труда псу под хвост от того, что язычник бросил камень. Жаль слышать, что твой витраж разбили, но мне пора идти. Стой, стой! Выпьем еще по одной. За Элдермена Кинана. Или за Самайн. И за Мари Луит. За стекло. Если разбить витраж, можно будет попасть в церковь. Ты знаешь, где Кинан? Мари Луит! Вот это да! Какой жуткий вид! Ты свободен после праздника? Я ищу Кинана. Да, точно, да. Он в церкви. Кстати, раз уж тебе туда, ему нужно передать этот ящик. Скажи Геве, что я тебя послала. Конечно. А как выглядит Гева? Она в маске барсука. Подбежит к тебе, как увидит. Счастливого Самайна. Гева знает, что ящик ждут. А с ним и я туда попаду. Где Кинан? Мэри Луит! Потанцуем? Кинан, для тебя что угодно. Нельзя пропустить момент, как... О, ящик! Да-да, идем за мной. Отлично. Сара должна была принести его еще давно. Кинан внутри. Мне нужно как-то туда попасть.
их дел, живой подлец. Эйвор, скажи, тебе по нраву наше праздненство? Довольно притворства. Теодор жив. И я знаю, что ты хотел принести его в жертву вместо себя. Думаешь, я хотел избежать костра? Я с радостью взойду на него. Но не позволю христианину-фанатику править Глостером. И что тогда? Ты хочешь лишить людей правителя и обрушить на них кару церкви? Не волнуйся, у нас будет правитель. Модран примет рогатый венец. Хочешь сказать, что Модран солгала? Ха! Мы обвели тебя вокруг пальца, не так ли? Эйвор, это Модран придумала, как убить Теодора? Все ради того, чтобы заполучить Глостершир. Удержать его будет непросто, вас окружают христиане. Выбора не было. Она узрела Теодора с пламенем за спиной. Он жег все, что мы создали вместе. Все... Вы с Модран? Значит, Квинет? Перед смертью нужно привести все в порядок. Подготовить гнездо детям. Кинан, твой честолюбивый план рухнул, как крепость из песка. Знаю. Напрасно я доверил убийство парня Гвильяму и его недоумкам. Так что вы с этой ведьмой задумали? К чему обманывать меня? Чтобы обеспечить жизнь своей дочери? Я возжелал Модран. И когда она попросила меня поучаствовать в обряде плодородия, согласился. Наш союз породил не только Гвенит, но и единый Глостершир. А Теодор жаждет его уничтожить. Тут ты ошибся, Кинан. Теодор изменился. И мыслит подобно тебе. Теодор? Но он упрям, как осел. Это ты его вразумил? Не только я. Доброта разбойников и странные бриты. Он принял Христа и Кернуна. Эх. Пророчество — странная вещь, да? Теодору хватило похищения и помощи упорного Дана. Эйвор, Модран повела Теодора в свое лесное святилище. Если поспешишь, успеешь ей помешать. Я отвел бы тебя сам, но у меня слишком много дел. Иди же. Или ты хочешь меня убить? Ты и так скоро умрешь. Я не стану карать народ за твои проступки. Спасибо, Эвор. Твоя милость вознаградится, я уверен. Thank you.
Здесь мне точно не рады. Но я узнаю голос Модрана. Сволочь!
осторожнее. Вальфхейм, или это совсем чужой мир? Твое тело пожрет червь. Модран, стой, или умрешь от моей руки. Так и знала, что Кинану не хватит духа четвертовать тебя. Ты хладнокровно пожертвовала любовником, чтобы спастись. Как мало ты понимаешь. Неважно, я просвещу тебя с яростью богов. Thank you.
Давай же. Оставь Глостершир в руках христианина и ради чего? Славы и торговых путей? Думаешь, твои боги не в силах изменить Теодора? Он уже не тот фанатик, которым был раньше. Легко солгать из страха смерти. Едва ты уйдешь, он убьет меня и станет жечь мой народ. Мне было видение. Да, Киннон рассказал мне. Норны плетут наши судьбы, но если бы не похищение, Теодор не изменился бы. Значит, жалеть не о чем. Но мне было видение и о тебе. О пути вьющемся, как река Ус. Горчи провидцы искажают и тело, и слова. Но пророчество как поток, с которым нет смысла бороться. Она защищала своих людей. И очернила твое имя. Запятнала свою честь и их честь тоже. Киннон еще жив. Попрощайся с ним и не попадайся мне, ведьма. Мама? Что происходит? Это... мы в аду? Нет, в Англии. Как ты себя чувствуешь? Хорошо. Но тут как-то странновато пахнет, да? Ты станешь Элдерманом. Хотя тебя и пытались убить несколько раз. Убить? О чем ты говоришь? Боже! Ты в безопасности, а обряд в Глостере пройдет как надо. Отдыхай, и твои раны скоро затянутся. Благодарю тебя, мать Модрун. Милая женщина, хоть и устрашающая. Идем отсюда, в этой пещере так жутко. Полно стражников. Yeah!
ты умрешь! Что там? Драка? Я вернулся. Видеть друга, даже твою ужасную рожу. Я думал, что пройду этот путь с тобой, но мне пора возвращаться, а мы лишь раз выпили вместе. Не бойся, Эйвор. Она с тобой сложит еще не одну сагу и поминать будут с почтением. Да, сагу. Сагу о Глостре, прекрасном крае, полном дураков. За это можно выпить. Спасибо тебе. Для тебя что угодно, друг. Тогда пойдем попрощаемся. А после, наконец, отправимся домой. Да, Бригитте точно понравится Рандви. Бригитте и Гуннар уже ушли. Присоединюсь к ним. Расскажи, что ты видела, ведьма. Что ж, слушай. Ты превзойдешь многих в бою, покоришь этот край и родную землю. Но когда придет конец всех вещей, тебе останутся лишь сожаления. Я понял. Мы встретились на жертвоприношении Симкина, и я сразу влюбился в тебя. Как же давно. Достойный конец 20 годам благоденствия. Гвен! Прошу, не надо! Сожжем что-то еще! Кого-то другого!
Тише, милая. Я вернусь в землю, к деревьям и ячменю. Мое тело будет кормить богов, червей и даже тебя. Я буду рядом. И через много лет, когда ты состаришься, мы увидимся вновь. Папа, я думала, что буду готова. Что ж, пора. Вот, корона. Это твоя судьба. Ты здесь, несмотря на трудности. Равно как и ты, Эйвор, друг Глостершира. Не зря тебя все так восхваляют. Хоть ты мне ничем не обязан, позаботься о них. Муки других не приносят мне радости. Узнай ты меня получше, понял бы это. Я был вашим элдерменом 20 лет. Настало время исполнить последний долг. Я всегда был с вами. Мы вместе трудились. Вместе встречали рождение и смерти. Вместе росли и учились. Леченый человек готов, король. Твой алтарь ждет. Я горд быть вашим королем урожая. Когда огонь догорит, вас ждет долгое лето и краткие зимы. Он смог умереть той смертью, которой жаждал. Стал пищей голодных богов. Эйвор, окажи нам честь. Славься же, король! Гнусные нехристи! Почему Киннон умирает? Ради нас, дорогая. Господь, прими душу Киннона. Спасибо тебе, король. Боги, примите же эту жертву. Это отличие не стал Рихтвис. Наш, и же и си на небесех, и мать на земле. Прошу, прошу, примите мою жертву. Примите плоть мою и кость. Даруйте. You
Похоже, сам ветер зовет меня к Рандви. Сообщи ей добрые вести. Новые видения тревожат меня. Одина вижу лишь я. Или в грезах о Свартальфахейме кроется что-то еще. Пожалуй, стоит погреться у костра, немного прийти в себя и поразмыслить. Поговорю с Хайсомом. Ты ее выбросила! Вовсе не выбрасывала, просто отложила. Прошу, хватит! Рандви, что стряслось? Боюсь, еще один спор. Опять Хольгер со своими проделками. Можешь рассудить? Судить — это долг Ярла. Нужно позвать сюда Сигурда. Он не хочет никуда выходить. А заменить его сможешь только ты. Не знаю, я все же не Ярл. Я прошу. Дадим Сигурду прийти в себя. Ладно, давай. Гудрун, Хольгер, подойдите. Я выслушаю вас обоих и постараюсь вынести решение поскорее. Гудрун, говори. Он обокрал меня. Испортил то, что мне принадлежит. 3 дня назад у меня пропала парусина. Я начала ее повсюду искать. И нашла у дома Хольгера. Она была испорчена. Исписана... глупыми каракулями. Ложь! Клевета! Хольгер, помолчи. Тебе известно, как вести себя на суде. Так, Гудрун, что ты сделала, когда нашла парусину? Потребовала у Хольгера плату. Ведь исписанную ткань уже не продать и не обменять, верно? Я лишь прошу заплатить за то, что у меня забрали. Но он отказывается. Значит, Хольгер взял то, что принадлежало тебе, и испортил. А ты теперь хочешь получить плату? Все правильно? Да, верно. Хольгер, что скажешь ты? На днях я нашел под причалом заплесневевшую ветошь. И взял то, что от нее осталось. Видишь ли, мне нужен был холст, чтобы написать на нем очередной свой шедевр. Парусина была в таком плохом состоянии, я решил, что это мусор. Обычные отбросы. Ясно. Мои помыслы были чисты, Эйвор. Разве вор повесил бы украденное у всех на виду? Я так не думаю. Эта женщина твердит, что ее обокрали. Но я лишь подобрал кусок гнилой ткани, который она сама выкинула. Вот чушь. Моя вина лишь в том, что я дал новую жизнь неприглядной ветхой парусине. Ты думаешь, Гудрун необоснованно требует вернуть то, что сама выбросила? Вот именно, да. Ладно, мне все понятно. Я могла продать парусину, а Хольгер лишил меня возможной прибыли. Это был мусор, а теперь нечто выдающееся. Если подумать, ценность парусины только возросла. Вот спасибо тебе, благодетель. А ну тихо! Я все обдумал, и мне ясно, что... Что такое? Что ты делаешь? Хольгер и Гудрун поспорили, а я пытаюсь их рассудить. Это моя обязанность, Эйвор!
Ты же знаешь! Отойди! Тебя не было, брат. Я не хотел беспокоить. Плохое оправдание для такой дерзости. Надеюсь, тебе понравилось. Уже закончил свою песню, Скальд? Мой ярл, как я уже говорил... Нет! Довольно! Я услышал более чем достаточно! Сколько я тебя знаю, Хольгер, ты был хитрым и искусным лжецом. Твои речи сбивают с пути детей и смущают умы взрослых. Я слишком долго все это терпел. Но быть Хольгером-лжецом тебе оказалось мало. И ты пал еще ниже. Ты сделался Хольгером-вором и обокрал женщину ради своих нелепых сочинений. Ярл Сигурд, нет! Это же не... Прими же последствия своих действий. Заплати Гудрун в 30-кратном размере. 30-кратном? Ты шутишь? Это меня разорит. Я что, похож на шутника, Хольгер? Плати, или будешь изгнан. Ярл, прости, но мне нужна лишь плата за парусину, что он взял, не больше. 30-кратно! Серебром! Я решил ваш спор. Эйвор, прошу, разве так честно? Сигурд наш ярл, его слово закон, не противься ему. Видишь? Конечно, ярл, как повелишь, прости мою дерзость. Спасибо тебе, что рассудил нас. Проследи, чтобы все было сделано так, как я велел. Если снова потребуется, зови меня. Спасибо, Хольгер. И прошу... Я не смогу так выйти. Я понимаю. Ты была в своем праве. Спасибо, что был добр к Хайсаму и уважал его, Эйвор. Твой клан стал для него семьей. Ему здесь всегда рады. Как и тебе. Рада встрече. Эйвор, спасибо тебе большое. За то, что вмешался, когда Сигурд решил бездействовать. Несмотря ни на что. Мне его жаль. Никогда не видел его настолько разгневанным и безрассудным. А ты? Я тоже. Его порой обуревают беспокойство, тревога, страх. Но такого не бывало. Никогда. Мы его надежда на исцеление. Он один из нас. И мы сделаем для него все, что сможем. Если не поздно. А пока у нас есть дела. Даже не знаю, как описать то, что случилось в Глостершире. Думаю, скоро ты сама узнаешь. Но мы заключили союз? Да. Но это было нелегко. Посмотрим на карту союзов. Расскажи о Йорвике. Хайсен говорит, там еще 3 члена Ордена. Если это так, тебе повезло. Там живут наши старые друзья, Хьор и Льюфвина. Оба занимали в Норвегии высокое положение. Возможно, им что-нибудь известно. Их помощь пришлась бы кстати. Ну так что же? Отправлюсь туда.
Ты знаешь, где искать Хьора и Льюфвину? В незнакомом городе лучше расспрашивать людей в порту. Им известно больше, чем простым землепашцам. Это ты, Живака? Что ты Твоя помощь, Сюнин. Эйвор, это Лебяжья стать. Здравствуй. Лебяжья стать, ты здесь? Да. Нужно отправить письмо Хунвальду. Ты же знаешь, как он за меня волнуется. Он точно по тебе скучает. Но как Элдермену ему не пристало поддаваться унынию. Надеюсь, с ним все в порядке. Он очень славный, но его ноша слишком тяжела. Он справится. У него сердце конунга. Устраивайся. Добро пожаловать. Видишь, Сюнин?
же... Хорошо, что Басим вернулся. Мне еще многому нужно у него научиться. Держи. Это пригодится тебе куда больше, чем мне. О, хорошо. Надеюсь, это было не слишком хлопотно. И хочу дать тебе этот знак глубокой признательности. Мне уже пора. Ступай с миром. Главное, что Сигурд вновь на своем месте. Напомни, чем ты тут занимаешься? Я могу украсить или улучшить для тебя любые оружия и доспехи. Мне уже пора. До встречи. До встречи, мой друг.